Всем привет! Сегодня у нас хорошая новость. Наш малыш завтра должен поехать в новый дом. И сейчас мы его пойдем отмывать, приводить его в порядок, обрабатывать, мыть. Пошли, пойдем. Так, прыгай в ванну. Давай, прыгай. Опа. Не бойся. Запускай воду. Я горячую включил. Угу. Ты мылся до этого в ванне? Ты знаешь, что такое ванна? И наконец-то счастье улыбнулось Барбосу. Сошлись над ним звезды. И сейчас он готовится к отправке в дом. Завтра мы его должны передать в хорошие руки. Его новая работа будет не просто охотиться, а оберегать человека от медведей. То есть в Демидовском районе очень много медведей. Вот, и человек часто бывает в лесу. Для того, чтобы случайно не выйти на медведя, решили завести собаку, которая должна оповестить, предупредить человека о звере. Ну, я думаю, он с этой задачей справится. Сейчас мы его отмоем, приведем в порядок и отправим на работу нести службу. Да? Давай лапочку. Давай я погрею чуть-чуть. Согрей ему, чтоб не холодно было. Тепло тебе? Вот, отличный парень. Полон сил. Смотри, что делает. Хвостик, иди ко мне. Хвостик. Ну, видно, что Барбоскин не против того, что его моют. То, что в принципе... Ну, ты не скажем такой, что сильно грязный. Вода себе не сильно грязная. Ты чистюля, да? А уши у тебя грязные, как и у всех спаниелей. Ой, какая грязь. Грязный. Спаниельный грязные. Уши – это проблема. Я бы их купировал, да? Как и хвостик. Бедные собаки с этими ушами мучаются, они когда едят, все каши на них прилипают. А что глазки такие? Ты не рад? Ты что такой грустный? А? Что ты грустный такой? Кстати, ведет себя Барбос очень адекватно, позволяет выполнять с собой различные манипуляции, разрешает уши мыть и тому подобное. Да, зайка? Молодец. Хороший мальчик, все, поедешь домой. Вот, спасибо добрым людям, те, которые подарили нам эту ванну. Почему? Потому что она у нас используется по назначению и уже не один раз выручала нас здорово в таких ситуациях, когда нужно собаку привести в порядок. Потому что тебя повезут в чистой машине, в аккуратной, ты должен выглядеть аккуратно, вот симпатично должен выглядеть, очень симпатично. Еще эти колтуны есть, я не знаю, тут репейником понабрал. Я сейчас вычешу. Потому что репейник этот выдрать, это... Шкурка чистая. Попробуй прочесать его. Да? Смотри, какие уши, как у слона. Настоящие спаниелевские уши. Потому что когда спаниель бежит, у него уши вот так вот. Он почти взлетает, когда вот с такими вот ушами, вот, покажи ушки. Иди сюда, на. Стой, подожди. Вот с такими вот ушами. Ой, молодец, все. Спаниели запросто летают. Давай я одеяло подстелю, чтобы ему скользко не было. Заходи. Хорошо, отлично.
Эй, Спандюэль. Назовем его Медведав. Медведав будешь. Ты будешь давить медведей, да. Молодец. Ты видел медведя когда-нибудь, нет? Молодец, пес. Хорошо. И трется. Видно, что собака хорошая. Молодец. Что, чистый будешь сейчас? И высохнешь. Ой, молодец, да. Какой хороший барбос, да, хороший. Молодец, все. Ай, хорошо. Ты доволен, что ты домой едешь? А? Ты доволен, что ты хвостом виляешь, ты домой едешь? Медведей гонять. А ты медведя видел хоть раз, нет? Ты видел хоть раз медведя? Ты сейчас знаешь, что это такое? Новые хозяева Рея, и Рея едет в Демидовский район гонять медведей. Все. Рей, это ты зря. А есть поводок у нас? Вы живого медведя видели? Живого пока нет, даже не знаю. Как бы следы даже за домом. Сейчас покажу одну фишку. Не, у нас по Озере есть там группа, там вот недавно сняли там ловушку, поставили. А, ну фотоловушка. Да, на ловушку. Он хороший парень вообще. Я думаю, вам понравится. Все, счастливо тогда. До свидания. До свидания, удачи. Если медведю удастся сфотать, пришлите фотку. Я почему-то думаю, что Рэй новым хозяевам очень понравился. Я думаю, он справится со своей задачей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, комментарии и кто откуда. Всем пока!